Всем добрый суток сейчас. Так, поеду я сейчас за Олегом. Хоть и нас заметает, очень сильно заметает. Так, надо, он сказал, Шурика зарядить. Так, Шурик. Так, вот он, Шурик. Поставлю на зарядку. Блин, чай остыл уже. У меня дурдом здесь посуды. Я сейчас немножко освобожу. Так, раковину чуть освободил. Так, собакам теплое все. Отдал я, короче, последнюю шурпу свою долил. У них сейчас десятка, даже больше, здесь 15, наверное, литров где-то. Около 15. Запах стоит обалденный мясом. О, газ заканчивается, все, остатки. Чуть иногда руки грею. Так, Шурика надо на зарядку поставить, он сказал. Так, чай вкусный, но остыл, блин. Поеду, мы вдвоем сейчас ее утеплитель заодно купим. Утеплим трубы и трубы снимем сейчас, чтобы он говорит, ну что ты с этим ведром уже, он переживает, он же мне делал, ну, всю эту сантехнику, вот. А воду не прихватывает у меня, ну прихватил канализацию, ну и бог с ней. Тетки на огурчики, я прям на огурцы подсел, что-то на соленое в последнее время тянет, хоть и не беременный я, конечно, но закрывайся ты, вот. Огурчики и вот селедочку вот прям раз, купишь маленькую баночку, чик съел. Так, Шурик пусть. Так что вот так, пойду чуть откопаюсь, замело конкретно. Пойдемте погуляем с собаком. Короче, вот такое начало дня. И будем пытаться восстановить, чтобы канализация все сливалась. Ну, уходила, потому что где-то что-то прихватило. Вот. Ну, все буду показывать. Ну а газ у меня запасной есть, значит, пусть догорает. Уже все, я побежал на улицу. Вот. Вот сколько химии торговать надо можно. Ой. Так, ну что, пойдем выпущим, пусть они в своей стихии побегают. Морды. Ох, морды мои, морды. Так, а дом мне больше не нужен. Я его закрою сразу. Побегаю, сяду, поеду за Олегом. Что-то замок стал барахлить. Ух, машина по самое. Ой, пробраться, смотрите. Собакам иду по колено, сапог не видно. Даже выше. Да подождите, я пройти к вам не могу. Ёкарный бабай. На лыжи что ли к вам ходить? К собакам не пробраться. Вон и мелу. Сугробы. Иду, сейчас проберусь. Ой, я чистил, не чистил, что? Что чистишь, а не чистишь? Открывай. Вар. Тебя открыть. К собакам пробраться невозможно. Так, выходи отсюда. Кошмар. Надо закрывать. Чуть-чуть почистить. Их не видно, собак-то. В снегу. Так, ворота. Пойду машину заведу. Гуляйте пока. Пойду по своему следу. Чиселку мою, видите, одна ручка торчит около забора, вся ушла. Пойду по своим сугробам. Да, сейчас площадку набьют все. От дома отдувает, там хорошо. Гоняйте. Давайте утаптывайте. Ой,
не пробраться. Сейчас я по пояс уже иду. По пояс. Дверь. Замело за эту ночь. То ли сына, то ли дочь. Короче, перелопачиваю весь снег. С Олегом решили завтра. Сейчас откопаюсь. Я потерял все ключи, дом закрыл. Вы же видели. И ключи. И от машины, и от дома. Здесь вот лопатил, как я калитки открывал. Не знаю, может найду, может нет. Такси не хочет ехать вообще, говорит, одна колея, мы не поедем. Ну, у меня ключи запасные в этом. Он пишет, волнуется все. Ой, здесь лопатил. Ёкарный бабай. Но здесь я совком этим большим лопатил. Взял маленькую лопату. Вот эту кучу уже слева направо несколько раз перелопачивал. Здесь вот сейчас буду этот снег весь вывозить. Там площадку почистил. Вывожу по чуть сюда снег. И вот сейчас расследование буду вести, где были, где не были. Видите как, перчатки засунул. То есть ключи в кармане, перчатки. А может быть, зацепились ключи за перчатки. Начал перчатки вытаскивать. И выкинулись ключи. И дом закрыт, не погреться. Ничего. Такие дела. Здесь вот начистил территорию. Ну вот, начал подходить к машине. Вот здесь я начал вывозить уже снег. Сюда подходил я. Вот перчатки я положил. Дверь вот так открыл. Так, дверь я открывал. Так, начал здесь, вот здесь вот так в карман полез. Вытаскивал перчатки. Расстояние примерно где-то сантиметров 30-40. Дверь закрыл, не нашел ключей. Здесь почистить все. Так, а вот здесь что? Блин, около машины я сейчас все почищу, конечно. Я уже думаю, как костер разводить. Нет. Мама говорит, езжай с запасными ключами, хоть дом откроешь. Никто не едет. Однако ли я, говорит, мы не поедем. Ну, дверь открыл. Это же надо аккуратно все. Да нет, ну и не услышите, видите? Вот такой нюанс. А, что за дырка? Так, если здесь стоял ключи. Ну так, глубоко-то они не провалятся, они же не гиря, правильно? О! Кто расследует, тот всегда найдет. Ну вот правильно. С кармана брейк. Вот я, считайте, дверь открыл. Вот все. Ну вот надо просто размышлять немножко в этих ситуациях. Ёкарный баба. Ну, пленка отлетела, да бог с ней надо. Я чехол на Алиэкспресс заказал уже. Ёкарный баба. Теперь можно собак выпускать, а то их закрыл, открыл, закрыл. Все, с Олегом завтра. Сейчас буду откапываться по пояс. Иду, мои хорошие. Сейчас я вас открою, а то крикнул, вы не слушаете, хотите бегать, а тут что-то выгнал, опять закрыл, чтобы не натоптали. А то мне, не дай бог, утопчут. Ну, тут все просто. Я около задки много перелопатил, потому что она последняя, мне мешалась. Перчатки мешались. У нее много перелопатил снег и руками. Все, выпускаю все по новой. Фу, блин. Слава богу. Иди, а вы даже не закрыты. Белка, тебя закрою, потому что... Не знаю. Идите. Все, можете теперь топтать, где хотите.
Сейчас я вас буду откапывать. Видите, я там и каша подоспел. Газ надо переключить, газ. Каюр, все, можешь бегать. Не ожидали, да, такой? Их не видно даже в снегу, представляете? Они чезу положили, а ее нет. Она где-то в снегу. А, нет, чуть-чуть выходит она. Только версия. Ладно, откапываемся. О, белка, белка. Вух, вух. Ай-ай-ай, представляете, сколько в лесу всего. Сейчас я почищу, будет вам площадка. Сейчас. Тяжело, тяжело. Лады. Ваша погода, ваша. Кайфуйте. Пойду я дальше откапываться. Вот машину заводить, наверное, не буду. Кончается не каюр, все, забудь. Пойду за совком, за скребком. Пойдем, пойдем, пойдем. Витамины вам еще дать надо. Каюр, ты за мной по тропе? Златка, Златка. Ух, 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 красота, да, Златуль? Ой, как хорошо здесь. У хозяина чуть-чуть почищено. Это я готовил площадку здесь, чтобы сюда снег вывозить. Вот, сгреб, где я не ходил. И думал сюда, я туда чуть-чуть начал. И назад задним ходом. И сюда рассыпал. Все, слава богу. Фу. Вон, я даже, кто не верит, да, скажет, этот сыграл, да, роль какую-то там, как обычно говорят. Вот мама, да. Вон она мне пишет. Пока еще есть время, ищи машину или такси в город за ключами от дома. Видите? Короче, все отказывается, кто-то ехать либо и так далее. И не хочет ехать. Такси все в отказе. 2 часа, 1 заказ. Никто не едет. Короче, все батарейка на 50%. Короче, я пошел собак откапывать ключи от машины. От дома, и дом закрыл. Ключи в снег упали. Не знаю где. Снегу по пояс. Буду, конечно, сейчас по возможности искать, как я шел и так далее. Ну, сейчас перелопачиваю его, но найти пока не могу. Так что особо мне не пиши. Не знаю, как и даже в дом не зайти, не погреться. И ключи от машины нет, не от дома. А дом я закрыл. Вот так вот. Слышали? Это вот голосовой отправлял маме, чтобы она мне не писала, 50% батарейка. Так что, если кто-то играет, я всегда даже пытаюсь немножко доказать, что это не игра, а показываю, как есть. Какая ситуация происходит, такую и показываю, ребят. Вот такие дела. Ладно, я начинаю чистить дальше. По возможности сейчас им тропу для тачки. Ну, а на кухне мы покормим и так далее. Ну, еще погуляем. Чес, ты хочешь к белке, да? Ворота, воротину. Каюр лежит, балдеть. Все, дальше продолжаем. Все, с канализацией потом. Где Чеза-то? Чезатрон. Чеза. А, вы вместе в вольере. Открывай Златку тоже. О, выпускай ее. Ой, это летит. Тихо. Тихо. Да, лопата, обходи. Во, смотри. О, о, соска. Сейчас откопаемся. Так, поставил. Сейчас разогреется. Так, телефон-то. Ой, как дует. Думаю, откуда дует? Дверь открыта. Каюр-то сам себя закрыл. Так, перчатки я не взял. Сейчас я вас закрою, миски, сейчас я приведу чуть в порядок, тачку нашу протащить. Я буду вас кормить, но это покажу на канале кухня. Вот. А, витамин, витамин. Там на канале дам витамины. Вот такая вот ситуация у меня получилась. С ключами никуда я не поехал. Буду откапываться дальше. Уже вот видите, по туннелям хожу. Вон собаки вообще классно. Они балдеют. А где Златка у нас? А, Златка в доме. Смотри, как пыль. Ух, ух, ух. Все, 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 гуляйте.
Что, Квирба? Влад, тебя закрыли, да? Тропинком бегаете, вон соска лежит. Златка, иди. А что ты там охраняешь? А, кусок что-то еды какой-то. По тропинке бегайте нормально. Иди соску бери, Чеза. Кормить сейчас буду вас, да, я знаю, что вы есть хотите. Сейчас я чуть еще здесь почищу побольше, а тут вы полетели. Носится. Ух, ух, эти идут байраны такие, ух, за ними завихрение. Сладко вышло. Что за нос тут? Ты моя девочка, а хвастай, блядь, на раздачу пойдем еды. Сейчас я приведу эту тачку. Этот, где? Все, 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 запрыгали. Правильно, ревно. Не лезь впереди старших. Ну все, все. Чес, иди ко мне, иди. Ну что ты ей по лапам? Я тебе дам сейчас. Все. Ты что делаешь? Погоди на место. Все, все, пройдет, пройдет. На место, я сказал. Что это такое? На место ушла. Что это такое, бежишь ты? Ревность такую. Чес, иди ко мне. Чес, иди, я посмотрю. Дай, 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 посмотрю. Дай. Дай, посмотрю. Да. Да, обидели девочку. Да. По лапкам, по лапкам, по мышцам. Ну вот они умеют, да, это вы лайки такие. Все, все. Все, девочка, обидел. Все, под храмы теперь. Хулиганки эти. Что это такое было? Что ты смотришь на меня? А? Что это было такое? Что это было? Невинный взгляд у нее. С едой не расстанутся. Ческа, Чезочка, иди ко мне, моя девочка, иди. Обижают тебя. Обидела Златка. Иди, иди. Иди ко мне, Чез. Чез. Иди, иди. Пойдешь? О, не, наступает уже, все хорошо. Совсем с дуба рухнули. Во, получите у меня. Сколько можно? Чуть не подхватила эстафету. Да, Чезочка? Хулиганье. Да. Сейчас витамины буду давать вам. Кормить вас буду. Сейчас я чуть порядок еще приведу. Чез, пойдешь гулять? Пойдешь гулять? Иди. Все, она ходит нормально. Ступай. Получишь у меня. Поняла меня? Получишь. Каюр пришел пожалеть. Вот. Чуешь, чем пахнет? Иди на место. Бессовестная. То защищаю, то... Лежит у тебя еда в этом. Никто ее не берет. Чезу обижать мне. О, и хвостом виляет. Теперь жалеть я пришла. Да? Бессовестная. Что? Он к ней иди, прощения проси. Ческа. Лапку чуть. Пройдет, пройдет. Пройдет, моя девочка. Пройдет, да. По лапе настучал, да. Да, пройдет. А Каюру лишь бы под хвост нюхнуть. Морды протокольные. Зачем ты ее обидела? У тебя лежит вон в вольере. Что? Как бы ни в чем не бывало. Нахалка бессовестная. Уши сложила. Огребешь. Ядреная ложь. Поняла меня?
Смотри мне в глаза. Поняла? Злата. Злата. Ческа. Умничка. Получат они. Она хорошо, не злопамятна, он целует тебя даже, облизывает. Что за день? Магнитные бури какие-то опять. Вот иди к себе тогда. Охраняет она. Сейчас подмету миски. Ну все, пойду вам склеивать ролик. Ничего страшного. По лапам надавал. Они лайки очень специалисты. По лапам, по сухожилиям осушают лапы. Собака падает, а потом уже за глотку и в дребезги. Есть такое. Это у нее в крови такой сидит. Настучать по лапам мы называем. Что настучало по лапам? Волга шикарная у Сереги с Подольска. По лапам. Как даст. И все, собака лежит. Лапы осушены, а она лежит и все. Бери ее. Ну, контузия лап. Все, парализация. Сухожилия, все, вытянутые. Лапы не работают. Лежит на спине. Ну, лежит просто. Вот, бери ее голыми руками, считай. Также и кабана не хватает. За задние, за эти, за сухожилия, осушивает ему, и он медленнее, чтобы шел, и все. Это кровь такая, уж не извиняйте. У нас, не, у меня не эти, как они, не пинчеры лохматые домашние. Вот. Так что, мы настоящие охотники, кровь такая, сильные собаки. Вот, легла. Сейчас буду на газу стоять, еда. Все, давайте, а то они... Нет, я чуть им прочищу, чтобы мне сюда заехать. Буду их кормить. Продолжу я на канале Кухня. Что, морда? И ты чуть хотела подхватить. Ческу обидеть. Да, Ческу? Все со мной. По туннелям. Почти метр выпал осадков. Морду обидели. Ну все, хочешь, забудешь. Давайте чистить лестницу. Деловые. Ну все, увидимся на канале. Сейчас я пойду витамины возьму. Сразу и дам витамины. Покажу, надо кухне тоже уделить внимание. Деловая, мадам. Да, Каёк, тачку он замел. Двери, лопату и чисти. Расслабились. Вот такие дела. Ладно, все, пойду вам ставить, чтобы сегодня же сразу и показать. Пойду витамины сразу, флешку поменяю, а эту в обработку. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Ух, морды. Все, сидите, ждите. Сейчас я выйду.